слегка. Вот это ее порция большая. И я сейчас буду ей прокладывать начальный зуб. Ветер у нас оттуда, по мне, для того, чтобы он нам не мешал, а помогал. Пятку. Такое, как кучечки небольшие. А дальше уже буду класть в основном по одной штучке каждую пятку. Немножко подморозило, вот он приходится сильнее продавливать, хотя бы немножко. Корм у нас такого цвета, что его практически не видно. Специально такой подобран. Кусочки достаточно большие, что собака можно достаточно легко взять. Мелкий корм нельзя брать, собака будет нервничать. И так вот, шаг за шагом, маленькими шагами. И мы будем идти, пока не кончится вся наша баночка корма. Сейчас мы видео остановим, потому что дальше все будет так же, только в конце опять его вручим. Заканчиваем. Осталось совсем чуть-чуть. И последнюю горсточку я кладу горсточкой. И перед ней кладу предмет. Все, это конец нашего следа. Опс. Фух. Чтобы она спустила свой доберманный пыл, она наносилась, немножко успокоилась, и мы пришли на след. На след мы сразу, я всегда сразу одеваю пилу, поводок для собаки, независимо, ставит ли на поводок собаку или нет, поводок является для собаки условным рефлексом, что мы будем работать след, поэтому сразу у меня вот такой очень удобный прорезиненный поводок. Вода не цепляется, в любую погоду можно работать. И перед следом верну собаку, чтобы она немножко опять же успокоилась. Она же доберман не заправит, она тут маленько мешает. Ешь. Кроме того, я поменяла перчатки, те, которые прокладывала след, прорезиненные были, они все во влажной форме сильно воняли. Делала другие, чтобы сильно не отвлекать.
Какая-то склонность чуть-чуть ее заносит, поэтому я ее на следу чуть-чуть придерживала рукой, чтобы ее не заносило. Когда она есть корм, ее почему-то в эту сторону заносит. Вот, да, вот она, да, штучка, вот она, да, хорошо, молодец. Я думаю, это потом пройдет, но пока пришлось ее придерживать. Да. Вот, да, вот, ой, молодец. Да, вот она, да, штучка, вот она, да, мы ее нашли, да, да, хорошо, молодец, умница, да, молодец, да, умница, молодец, да, ходила по следу, старалась, да, вот она, да, то есть пока все счастливы, все рады, молодец.